Всем привет! Я сегодня покажу Майнкрафт мод на мебель для животных. Всем привет! Я сегодня вам покажу мод Майнкрафт мод на мебель для животных. Выходим на улицу. Ладно, я сейчас вам всем покажу весь этот мод. Мод будет по ссылочке в описании под этим роликом. По ссылочке в описании нажимаете ссылочку, и вам открывается мод. Потом вы скачиваете этот мод, скачиваете по ссылочке в описании, ищите там где-то. Дальше давай-ка я все дома возьму для этого, которые у нас здесь есть. Смотрите. Самые интересные дома, которые я вам достал. Достал. Вот еще у нас домик есть. А, что-то он не ставится. А, все поставится, если подлагнул Майнкрафт. Смотрите, здесь у нас есть коморочка. А, здесь может собачка быть. Ладно, давай-ка еще посмотрим. Эту... К примеру, я уже все достал. Это у нас непонятно, что это у нас коморка для котика, либо что это какой-то коморочка. Дальше это у нас, а здесь кушать, чтобы еду. А здесь у нас для птичек, да? Да, это у нас для птичек. Можно даже у нас в деревне повесить. Знаете, где это все для птичек? Вот здесь прям. Вот здесь можно повесить. Вот здесь можно повесить. Что-то с грибом не так понятно. Вот здесь можно повесить. Вот для красоты можно здесь повесить. Еще можно повесить, знаете где? А еще можно повесить, знаешь, где-то в деревне около моей кузницы. Вот она. Ее нужно обустроить, но это в следующих сериях. Дальше у нас здесь есть собачка, которая еще у меня есть экспериментальная. А вот она сидит, да. Она вот она сидит, да. Давай-ка и домик сломаем, пока она пусть поживет без дома. Ну, кажется, у нее будет дом у меня жить, но это не важно. Давай-ка, иди, собачка, со мной, да. Давай-ка мы для нее подберем интересный дом. Какой вы хотите, любой здесь дом берите. Либо вот этот, либо вот такой интересный, конечно, очень. Либо есть еще какой-то поинтереснее для собачки, взять. Что вообще здесь интересного есть для собак? Но еще-то мне вообще ничего, почти что я не могу выбрать. Вот это интересный какой-то дом. Ну и давайте вот этот возьмем тогда. Давай-ка здесь его поставим около моей кузницы. Здесь давай-ка потом все выкопаю, потому что здесь одна трава растет. Вот здесь давай, например. Иди, собака, ты где? А давай-ка ты вот здесь сядешь тогда. И вам нужно эту собаку еще затащить сюда. К примеру, так. И поаккуратнее делайте. Если вы хотите как-то красиво как-то украсть, можете вот так собаку загнать сюда. Но это декоративный моб, говорю вам. Декоры делает. Декоративные. Видите? Здесь еще выглядывает собака. Ой, ты чё? Собака сквозь дом. Я вот еще, к примеру, могу по этому дому ходить. К примеру, собака не может сходить по дому. Например, я сделал, вот она еще за мной поворачивается, не поворачивайся. Дальше можно сделать вот так. А, это сломает все здесь. Кстати, еще есть какая-то коробочка здесь. А, это просто коробочка, да? Для собачки. Ну, пусть она здесь будет лежать, чтобы не было вида всяких ерунды. Ладно. Так, что у нас еще здесь интересного есть? Давай-ка мы посмотрим вот это. Это у нас для чего? Это у нас... Ой... Ой-ой-ой-ой. Знаете, что я придумал? А, сейчас вам покажу кое-что. Ладно. В Майнкрафте такого нету, но... А, я здесь уже все выкопал. Кстати, здесь жителей почему-то нету. Ну, после каких-то жестоких роликов, конечно, здесь уже жителей не будет. Они все подъехали куда-то. Жители! Ладно, их больше нету, да. Извините меня, но жителей больше не будет. В этих сериях жителей восстановить очень трудно. Деревня пустая вообще. Вообще ничего не видно. Ладно, собачка. Дальше. Ну, в принципе, вот так можно сделать. Если она никогда это было не загнивалась бы, вот это вообще было хорошо. Ну, вообще-то, я вот это сделал. Теперь здесь собака находится. Живая, конечно, но она там навсегда осталась.
Я ее могу любое время за. Кстати, давай-ка еще собачку сделаем одну. Это вообще много собачек вообще можно сделать здесь. Ну, для экспериментов собачки. Это Майнкрафт игра. Так, что у нас еще может есть здесь у нас? О, у нас есть еще. У нас есть еще очень прокачанный дом. Это у нас какой-то вот так из этого делается. Собачка, иди сюда. Это у нас прям прекраснейш. И смотрите, я по нему могу ходить, кажется, да? Не, не могу. Почему не могу ходить? Кстати, это декоративная какая-то будочка. Здесь декор просто. Видите, вот. Здесь вообще не знаю, кто должен жить. Но можно повесить, знаете, куда? Тоже на дерево. Я вам предполагаю, что можно это на дерево. Как вы, не знаю. Когда вы будете качать эту мод, я просто обозреваю. Теперь это на дереве висит. Ой. Ладно, давай-ка мы итоги кролику подведем. Что у нас интересного мы посмотрели? Ну, мы вообще не все посмотрели, но я еще все посмотрю. Здесь у нас только вот это есть, мы посмотрели. Здесь только отличаются цвета, мы все посмотрели. А, я что-то опять куда-то нажал. Что у нас здесь еще есть? Вот что-то мы не смотрели. Дальше что мы не смотрели? Коробку мы смотрели, бокс какую-то. Дальше косточки жалко нам выкидывать. Тогда вот сюда. А, что еще, и что еще, и что еще? Кстати, мы это не смотрели. Что это? Вот это, да. Что это у нас за баги такие игровые? Ну, кажется, еще одно не посмотрели. Лоток. И вот это, и это. И это. Вот это все мы еще не посмотрели. Кстати, это что у нас такое? Давай-ка мы отойдем тогда. Кстати, у нас здесь водичка еще есть. Так, давай-ка еще положим. Это у нас лоток, да? Лоток, песочек, песчаный лоток. Вот, смотрите. Например, давай-ка это все уберем. И вот сюда может собачка приходить. И вот, иди сюда. Давай-ка. Оп. Сидеть. Оп, все, собачка, теперь ты на лотке. Вот и все, у нас собака на лотке. Дальше у нас еще интересно что-то есть. А, это у нас вообще прекрасное что-то. Здесь можно даже подниматься. Смотрите, здесь кто-то живет, и если сюда подняться, оно реально поднимается. Ну, сейчас нужно нажать вот сюда, вам вот так, раз, и дальше вы здесь уже будете ходить. Вообще крутяк. Ладно, что это у нас вообще за блок такой? Не, вообще непонятный. Это у нас какой-то непонятный блок вообще. Это с чем связано вообще? Из-за чего? В общем, это тоже какой-то домик у вас будет. Большой, небольшой, не знаю. Может, на других версиях просто работает, а у меня просто не работает. Вот так, или неправильно применил. Так, мы дальше еще вот это посмотрим. Это у нас что? Кстати, без анимации все. Жалко, да. Жалко, да. Я люблю заниматься. Это тоже кормушка у нас. Это да, тоже кормушка. И еще вот. Вообще крутая тема. И, кстати, по этой крутой теме можно лазить. Вот, все. Ладно, на этом всем пока. Всем пока мы посмотрели обзор мод в Майнкрафте. И, кстати, собачка, вылезай! Вылезай! Ой. Вылезай отсюда. Я так понял, что это не очень хорошо показывается в видео. И я решил, собака, вы будете у меня теперь жить. Ура! Собака, на лоток иди. Ладно, на этом всем пока-пока. Если я показала вам мод в Майнкрафте, который тоже вот это показывается. Ну, вы знаете, в некоторых роликах вот это. Ну, не знаю, для чего это. Может, вам пригодится, может, не пригодится. Вот. Кстати, вот домики, вот. Можете вы кое-что сделать? Собаки? Атаку? А на это всем пока, всем пока-пока. А на это всем пока. До новых встреч и до новых роликов. Всем пока, всем пока-пока.